next talk is called KTRW, the journey to build a debuggable iPhone. Well, hardware debugging of an iPhone is usually not possible. Это перевод с названием «Дорога к созданию айфона» докладчика Брандон Азад. Well, with the Apple A10 chip, Apple implemented a thing called Kernel Text Read Only Region, which is called KTRR in short. Apple представила новую технологию KTRR, и Брэндон Азад нашел одну дорогу. Он будет представлять, как он смог обойти KTRR, и как он смог найти iPhone, в котором можно искать ошибки с помощью дебаггера. Приветствуйте его. Спасибо вам большое. Я очень рад здесь быть с вами. И сегодня я хочу вам представить мою дорогу вам, как я построил эту систему, и которую я готовил очень долго. Что я имею в виду, когда говорю iPhone debuggable? Я хочу вам дать контекст. Я буду говорить о чем-то, о чем не говорят слишком часто публике. Это development used devices или прототипы iPhone. Это все имена для одного контекста. Это типы айфонов, которые имеют возможности дополнительного дебаггинга. Сейчас очень низким уровнем можно заниматься дебаггингом, например, прямо в бутлоудере и регистры менять. И это вещи, которые очень важны для инженеров у Apple. Но Apple не хочет, чтобы они были включены в выпущенные версии айфонов. Чтобы присоединиться к этим устройствам, к этим тулам, нужно специальный тип провода. Это профессиональный провод. Например, Kanzi кабель. У него специальный коннектор Lightning с одной стороны. И у него есть модуль, который позволяет коммуникацию с айфоном через дебаггинг протокол, и с другой стороны его USB протокол. И этот USB конец можно подключить к лаптопу. И в лаптопе вы можете вот пользоваться этой программой, например, Astris. Это не софтвер, который Apple позволяет всем, но это код, который не открытый, который Apple санкционирует, если им пользуешься. Но люди могли добыть этот софтвер, и вот скриншот, как кто-то мог debug probe и присоединил это свой iPhone к этой системе, и вы видели отпечатки регистров, и это очень низкого уровня возможности дебаггинг. Я не пользуюсь dev-used devices. Я ими не пользуюсь, я не хочу ими пользоваться, чтобы делать мою работу. Но это было бы помогало бы очень сильно, если бы такие возможности были. Вот моя цель. Я хочу построить свои возможности иметь мой самодельный телефон разработчика. Я хочу менять код кернела, код ядра. Я хочу инициировать код. Я хочу стандартные возможности дебаггера, например, ставить точки, остановки,
Я хочу пользоваться обычными дебаггерами, не хочу пользоваться специальным софтвером, как Asterisk. Я хочу, чтобы этот телефон мог быть актуализирован. Я не хочу 3 месяца заниматься этим, и Apple имеет возможность сделать апдейт, и все перестанет работать, и я не смогу дебаггером заниматься изыском ошибок. То это не будет помогать. Но я хочу еще пользоваться амортизацией этой системы за несколько лет. Есть, например, возможности, которые дают апдейты, делают апдейты реальными на устройстве. Последняя вещь, которую я хотел бы сказать, на таком устройстве можно использовать порты, которые производятся напрямую в Apple. Я хотел бы еще упомянуть важную вещь, которая случилась с исследователем в области безопасности. Несколько дней, когда я открыл код, этот эксплойт, он гораздо мощнее, чем возможности, которые существуют в KTRW. Я хочу вам сказать это, чтобы вы знали, что много из этих тезисов, которые я ставлю, они уже неправильны. Они были правильны, когда я начал это. И будущие платформы, они будут пользоваться bootloader эксплойтами. Почему KTRR так важно? Самая первая вещь, которая на моем списке стоит, это исправлять память ядра. Это обычно не слишком сложно. Можно просто ее читать на многих устройствах, можно ее модифицировать, text access, например. Но на iPhone Apple включила KTRW, и главная мысль в этом, что есть в ядре такое деление кэша. И пока система уже исполняется, Apple хочет, чтобы те отделы, которые уже не... которых нельзя писать, чтобы они не были исполнимыми. Вот есть часть, которая не должна быть изменяемая. Но есть часть, которая тоже стоит защищать. Например, есть просто цепочки, есть другие изменимые, есть целые страницы, и KTRR запирает эту часть памяти. Как мы знаем, KTRR означает Kernel Text Only Region, то есть
часть ядра, которую только можно считать. Это защита чтения исключительного или выполнения. Работает на чипах Apple A10 и позже. Если в цепочке защищенного загружения системы это включено, то оно работает. Нельзя новый исполнимый код добавлять в систему, а только уже существующий. Как понять, как это работает больше в детали? Вот посмотрим на эту диаграмму, как работает вычислительная часть процессора. Внизу вы видите MMU. Самая высшая форма кэша — это L2. Справа от этого AMCC, и это соединено к DRAM. Вот kernel живет здесь. И вот это Apple хочет защищать, пользоваться этим для этого технологии KTRR. Давайте посмотрим на одно ядро вычислительного процессора. Вот части MMU, они показывают на начало и на конец DRAM. Если процессор хочет писать на часть, которая не находится в DRAM, то это будет разрешено системой. Но если система хочет внутри этого написать, то KTRR это не будет разрешать. MMU будет это видеть и сделать так, чтобы эта инструкция не сработала. Если процессор хочет выполнить инструкцию, которая находится снаружи от этого DRAM, то DRAM, эта система может это узнать, и все равно она не будет работать. Следующее. Это не полная картинка всего, что нужно нам знать для того, чтобы защищать эту часть памяти. Вы видите здесь еще отдельные приборы, которые могут соединяться, контроллеры, чтобы защищать от их тоже. Мы думаем, что Apple пользуется AMCC, чтобы защищать DRAM от приборов, которые присоединены к системе. Вот так выглядит система, чтобы поддерживать KTRR. Есть один определенный кейс. Если KTRR вступает в режим сна, если в MMU регистры погружаются в режим сна, они теряют свое значение. Если процессор возвращается из сна, то эти регистры заполняются снова. Вектор сброса, который исполняется, если процессор возвращается из сна, Apple добавил код в этот код восстановления регистров. Начало и конец этих этой функции. Этот код находится внутри заблокированного региона.
и потом записывает этот код значения регистров туда, где они должны быть, и проверяет их значения. Если память заблокирована на MMU, теперь у нас, в общем, есть понятие, как работает KRR. Теперь можно поговорить, как можно обойти или сломать KTRR. Две исторические вещи для взлома. Впервые эта уязвимость была найдена Лука Тедеску. Он заметил, что Apple оставил часть кода, который был неисполняемым, но внутри. И этот код находился в этом регистре TTBR1L1. Это означает, что если вы можете изменить значение этих регистров, тогда память будет mapped на другие новые регионы. И виртуальная память будет находиться в другой области. KTRR в этом случае полностью работоспособная. Мы не можем изменить конкретные данные, но мы можем изменить область памяти. И таким образом можно изменить KTRR полной области только на частичной области. Второе, возможный обход KTRR в теории скорее, чем на практике. В операционной системе версии 11.1.2 способ дебага был имплементирован напрямую в процессоры Apple. Если вы считаете архитектуру RAM и просмотрите архитектуру ARM онлайн, и считаете значение регистров дебага, вы можете использовать эти значения, чтобы имплементировать exceptions, и это примерно то же самое, что использование дебаггера на MacBook. Регистры дебаггера, которые один может использовать, они все равно еще функциональны. И выяснил это. Он построил что-то, что работает с LLDB, доказал, что это работает, и может изменять регистры в любом порядке. Он не может shellcode execution заниматься, но почти. Как можно пройти мимо KTRR? Я искал места, которые работают в нескольких версиях. Я искал в iBootBug, в парсинге. Я там ничего не нашел. Потом я прочитал в
процессора в справочнике процессора ARM, и там я ничего не нашел. Потом я еще искал в кэше L2, есть ли там возможности. Я немножечко не понял, как KTRR работает. Я думал, есть дорога, чтобы испортить кэш. Я пытался несколько вещей делать, но это не работало, и поэтому я это немножечко отставил. А после этого я сделал что-то совсем ничего, совсем что-то другое. Я игрался с интераптами, и я смог бесконечный цикл создать, и при этом процессор один не отвечал уже. И система это не показала, но что действительно поймало мое внимание, это паника, попытки принудительной остановки процессора 1. Нету MSR. Вот я думал, что есть еще какой-то частный интерфейс и специальный регистр контроля, который только может пользоваться через этой системы защиты. И я что-то совсем новое пытался сделать. Я хотел выяснить, что тут происходит. Я достал код исходный CPU, и я нашел эту функцию dbwrap-halt-cpu, и он берет индекс процессора, который должен быть остановлен. И часть, которая действительно останавливает процессор, и работает так, эта функция читает pointer, берет pointer под названием dbgwrap-reg, и она берет и это похоже на то, что это специальный какой-то регистр MIMIO. И это, наверное, какой-то специальный частный интерфейс Apple. Вот еще одна вещь, которая очень интересная мне показалась. Это core site. Что это такое? Потом вернемся к этому. Что это? MLDB wrap halt CPU with state. Это делает фактически то, что та функция, которую мы только что посмотрели, но кроме этого она еще читает данные регистра. И как она делает? Это вообще-то очень удивительно. Вот вы видите, удостоверяйтесь, что регистры могут быть прописаны. Но самая интересная часть — это вот это. Она вначале берет код операции, и берет это и записывает в dbgwrap. Следующая ступень — это она ее берет и записывает dbgwrap stuff, и потом читает ее оттуда
и ее записывает буфер XI. Это очень интересно, потому что MLDBG Wrap Stuff Instruction, она как-то выполняет динамически генерированные инструкции. И это показывает нам, как KTR, аналогию, как KTR работает. Но здесь вы видите, что может любой код исполняться. Это очень интересно. Этот код выполняет то, что одно — сделать это в теории, а другое — сделать в практике. Я написал пару вещей вместе, чтобы увидеть, что внутри этого буфера. Что я нашел? Что в этом буфере были значения регистров. Значение CPSR регистра указывало на то, что режим ядра активирован. PC выглядело как вектор сброса. Может быть, это похоже на физический адрес? Очень быстро я заметил, что этот адрес вектора сброса. Нам удалось загрузить вектор сброса, когда он находился в режиме ядра. До того момента, как MMU загружен, ядро не защищено. И следующий вопрос был, как мы можем использовать это, чтобы обойти KTRR. Вопрос, который надо ответить до этого, что делает Core Site? И у меня не было идеи, что вообще делает эта функция. Я нашел онлайн ссылки на Core Site в контексте внешнего интерфейса отладки. На самом деле оказалось, что это способ всех функций, которые используют дебаг инструкции MSR. CoreSite предлагает почти все те же самые функции для этой отладки. И важная деталь, что интерфейс MMIO, а не другие части hardware. В этой части встроены основные элементы для дебага. Это даже не первый раз, когда люди пробовали использовать регистры, чтобы получить высший уровень ядра. В 2019 году эти регистры были использованы на андроидах, чтобы сбросить безопасность, обойти безопасность. Чтобы одно ядро могло запустить код другого ядра. Можно немножко обобщить. Архитектура для отладки на чипе. Доступ через MMIO регистров отладки.
хорошо документированный руководство процессора ARM версии 8. Можно устанавливать breakpoints, watchpoints, исполнять инструкции, и виртуальная память, замаппенная память регистров дебага, использованная Yanbeer'ом, чтобы создать собственное ядро, которое можно отлаживать. Идея, которая... Я решил использовать внешний дебагинг, чтобы пользоваться этим, чтобы KTRR никогда не был включен. Вот, мы ступенчато исполняем все эти инструкции. Потом мы делаем почти все шаги до инициализации, а потом перепрыгиваем эту часть. Это интересная идея, но у нас нету, к сожалению, все инструменты, которые можем использовать. Мы знаем, что мы можем любые инструкции исполнять, но мы не... У нас нет возможности потом снова восстановить исполнение после остановки. Потом еще есть одна проблема, немножечко поинтереснее. Есть одна. Мы используем процессором, чтобы другой процессор сбросить. Но нам нужно это будет делать. Это каждый раз, когда ядро... Почти каждый раз. Я не знал, как делать эти вещи, поэтому я только подумал немножечко поиграться с этим частным регистром, который я нашел раньше. Source code немножечко объясняет это, но несколько битов не объясняет. Просто поиграться, посмотреть, что происходит. И я не смеюсь, только из-за чистой удачи я смог выяснить. Вот бит 3 сбрасывает, а бит 26 держит включенным ядро. И атака, которую мы раньше объясняли, работает оптимально после того, как мы нашли эту возможность. Мы KTRR не включается, и мы перепрыгиваем эту часть. KTRR каждый код кернела может быть выполнен. Спасибо. Мы нашли способ обойти KTRR. Давайте поговорим о том, как создать дебаггер, который может все это сделать. Много способов, на самом деле, для этого. Я хочу обсудить следующее. Первое, надо изменить адреса ядра. Необходимо загрузить память. Необходимо
Необходимо правильно организовать задержки. IRQ interrupts. Необходимо организовать коммуникацию между каналами. В момент, когда мы обходим KTRR и выполняем shellcode, даже когда мы деактивировали KTRR в процессорах, он еще активирован в модуле AMCC. Память страницы, которые физически внутри памяти, их нельзя изменить. Нам необходимо изменить таблицу памяти ядра. Для того, чтобы разрешение кекста разрешили нам сделать память исполняемой. Основные страницы, root pages, таблицы, сохранены в регионе KTRR. Регистр TTBR-L1 указывает на заблокированный режим памяти, и мы хотим изменить, чтобы он указывал на другой адрес. Новую таблицу памяти. И тогда у нас будет возможность изменить ядро. Загрузка и в результате загрузить расширение ядра. Необходимо получить память ядра для kext, скопировать kext, двоичную версию kext, динамично перекомпилировать, связать символы ядра. И сейчас можно начать создавать ядро. Монитор, ядро монитор, зарезервированное для KTRV. Другие ядра, которые работают в нормальном режиме, брейкпоинты, которые вводят ядро в режим hold и включают режим отладки, и монитор, ядро монитор опрашивает команды дебага и перенаправляет их. Странные ошибки ядра, например, AOP panic, нет ядра. AOP остановки, проблема один. Процессор, который всегда включен, посылает сигналы задержки AP на IP, которые должны быть обработаны IOP, которые должны быть обработаны, или в другом случае IOP входит в режим паники. Watchdog timer может быть деактивирован реверс-инжинирингом файла kext модуля ядра Apple S5. И я не смог найти путь выключения
других прерываний. Первый хак — системные прерывания на ядре монитора. Большой хак. Следующая проблема, которая возникла, deadlock на IRQ, прерываний. Исполнение на ядре монитора могло использовать jump на IRQ handler в тот момент, когда ядро в режиме дебага остановлено, и приводило к критической задержке IRQ, так называемый spin lock. Второй хак — только ядро, которое в режиме hold, если прерывания включены, и IRQ находится не в критическом регионе. Это достаточно просто проверить ядро, находится ли ядро в режиме дебага, находится ли IRQ в критическом регионе. И тогда все проблемы IRQ пропадут. Сейчас нам необходимо сейчас мы можем обходиться с ядром, и следующая проблема, как мы можем подключиться к ядру. Последовательный порт достаточно быстро, USB быстро, Wi-Fi как опция доступна. Негативные части были для последовательного порта необходимо определенное hardware, чтобы доставить коммуникацию между устройством и айфоном. Специальный USB-стек, и для Wi-Fi необходимо было написать определенный custom driver. Важно, что если мне захочется установить breakpoint, мой дебаггер должен коммуницировать с дебаггером, который внутри MMU. И для этого необходимо имплементировать hardware driver. Я выбрал USB, потому что это было проще. Контроллер USB, использованный на iPhone, называется DesignerWare High Speed USB 2.0 on the go. Это частные интерфейсы, и они не используют open source hardware. Я попробовал поискать и зайти в этот веб-сайт, на веб-сайт специального драйвера, и я не нашел драйвера, но я нашел
один драйвер, похожий. Это было не то, что я хотел найти, но там можно было посмотреть описание регистров. Полная имплементация, имплементирование hardware, использованного в iPhone. Самая первая часть, которая включается в iPhone, она нуждается в DSE стеке. Я Apple Secure ROM включал, ее разобрал и разобрал часть стека USB и заново ее заимплементировал. Это было достаточно тяжело и тянулось, но в конце в конечном итоге я мог включить мой пас и его записывать как легитимный Apple. И единственная часть, которая еще осталась нам сделать, это часть GDB. Это достаточно легко сравнительно с другими частями. Только нужно несколько частей прочитать и их протянуть в... И после того, как это было сделано, я мог заниматься дебагом через USB без специальных драйверов или еще чего-то. Вот я сделаю одну, я надеюсь, очень быструю демонстрацию, как пользоваться этим дебагером. Вот у меня iPhone, который вы можете видеть здесь. Сейчас вы можете видеть на лаптопе, но как только я буду включать дебагер, не будет видна эта часть. Что я могу сделать, это включить эту программу, которая будет включать эту часть. И после этого я включаю LLDB, и LLDB мы после этого можем продолжить экзекуцию, и вы можете, что прибор все еще отвечает, можно пользоваться программами, эпами, все. И после этого я сделаю точку остановки. И вот у меня программа на приборе, и она будет вызывать Mincore с определенными аргументами, и есть возможность включать девайс. Но для этой демонстрации я преустановленную программу буду вызывать, и это останавливает iPhone. Мы можем сейчас заниматься дебаггером. Мы можем смотреть, что в регистрах, и мы видим аргументы, которые включены там. Мы можем пользоваться всеми возможностями дебаггера стандартного. Вот мы будем смотреть на точку. Будем ставить watchpoint. И мы видим что-то, что... breakpoint. Можем watchpoint и breakpoint после этого снова выключить, и после этого мобильник становится снова пользуемый, и вы видите все возможности дебаггера. Спасибо вам большое.
Вот source code можно в Google Zero Hub, Project Zero Hub можно посмотреть. Это очень-очень веселый проект был, и я хотел облегчить немножко дебагинг iPhone. Спасибо вам. Thank you very much. So we have 5 minutes left for Q&A. 5 минут для вопросов. Пожалуйста, подойдите к микрофонам. 3, 4, 5. Возможно, ангелы сигнала найдут вопросы. Микрофон один. Спасибо за представление. Все, что вы сделали, можно сделать с этим дебаггером. Как вы видите проблемы безопасности? Например, если iPhone разблокирован, вы имеете в виду Buram баг или все? Все вместе. Я точно не уверен. Это не моя область исследований. Можно ли все их использовать, эти уязвимости? Некоторые можно использовать для удаленной атаки, для ресета процессора. И в любом случае полное устройство в руках атакера. Третий микрофон. Посмотрели ли вы в драйвер Linux? Да. Когда я полностью имплементировал USB стек, проблема, по которой я не смог найти open source имплементирование, было, что я искал на другие вещи. И имя дебаггера, имя USB стек было другим у Apple. Интересный доклад. Мой вопрос. Не вопрос, а комментарий. Это первый раз, когда это было доступно публике. И эти уязвимости все находятся, люди используют их и находят их. Сначала к вашему комментарию. Все, что я сделал в этом проекте, полностью моя работа. Почти все работа других людей основана на работе других людей. Первый раз, когда я увидел iBoot и стек код, о май год, я не готов работать с этой стек. Большие аплодисменты. Thank you.